Так, друзья, доброе утро, или вечер, или ночь. Кто как смотрит. Сегодня у нас снова находочки. Давайте будем делать обзорчик. Ну, короче, я уже так на стол, в принципе, все выклал. Вот, поэтому можно уже видеть, что здесь примерно есть. Вот, кстати, вот этот вот Olympus Dictogear, диктофон, я его запустил. Видите, работает. Даже короче, он даже записи там какие-то остались. Вот, что у нас дальше? Дальше у нас найдены вот такие две книжки. Книжка у нас от Kindle и книжка у нас от Kobo. Вот. Продаются довольно-таки успешно всегда. Вот такая найдена, не знаю, как это называется, кружка, не кружка. В общем, для чего это, не знаю. Но интересное. Пойдет в Беларусь моему подписчику. Подписи тут нет, но понятно, что это немецкое все. Вот. Он любит такие вещи. Идем дальше. Есть у нас вот такая вот видеокарта MSA. И вот тут, значит, одна заглушка вот такая есть. Блин, что за карта, не знаю, ребятки. Вообще ничего не написано на ней. Вот, вы видите? А, вот, нет, вижу теперь. GeForce GTX 1050. 2 GT, короче, ну, в принципе, что, хорошая карта. Я изначально не увидел эту надпись. А 1050, в принципе, это замечательная карта. Поэтому, конечно же, оставляем. Смотрите, она не юзанная совершенно. То есть у нее, ну как, она может быть и юзанная, но это был ухоженный компьютер. Нету ни пыли, ни грязи, ничего. 1050. Зашибись. Хорошая находка. Так, дальше идем. У нас такие кассетки две есть найдены. MC60. Это кассеты для, ну, для старых диктофонов, скажем так. Вот написано. Для, короче, этих старых автоответчиков и диктофонов. Вот. Ну, нахожу частенько. Диктофоны от Крюндик такие есть, которые еще коллекционные, знаете, и вот они требуют такие кассетки, поэтому, конечно же, оставлю их, вот, чтобы было потом чем проверять. Что у нас дальше? Дальше у нас вот такая вот PlayStation 2 игра. Ну, это игра ZingStar Party, короче, это не очень она, в принципе, такая. Вот, но в комплекте. И, ну, естественно, PlayStation 2, сама консоль в хорошем очень состоянии. Поэтому, да, это на барахолке продастся очень быстро. Поэтому хорошо, тем более, что к ней есть еще и джойстик, тоже в хорошем состоянии. Ну, в общем, все тут в комплекте. Комплект. Вот, и наушники у нас вот такие вот найдены. Наушнички от фирмы Speedlink. Speedlink. Вот, должны они, конечно, вот здесь светиться, мне кажется. Сейчас я их подключу к своему ноутбуку. И мы посмотрим, светятся они или нет. Так, раз. Да, ребятки, они светятся. У меня, к сожалению, не хватает кабеля, чтобы вам показать. Я вам сейчас расскажу. Значит, вот все, что вот здесь вот красненьким есть, вот это все светится. Да, и вот тут. Ну, то есть хорошие. Такие тоже на барахолке. Я вот сколько привозил их, они все уходят. Все. Недорого, там буквально 5 евро за них я прошу, но все уходят. Пацанята приходят, которые, знаете, любят поиграть, и забирают их на ура.
Так, ну и что у нас еще? Еще у нас вот такой вот диск найден. 250 гигабайт. 3D Hunt. SATA SSD. Zollstate, бла-бла-бла. Вот. Приклеен он, короче, на липкую ленту двойную. Поэтому уже будет нагреть. Нагреть и отделить его от этой штуки, потому что я его планирую для ноутбука. Вот. Ну, в общем, вот так вот у нас находки. То, что на столе мы посмотрели. Дальше у нас будет, ну, как бы нужно мне сейчас все тут привести в порядок. Смотрите, вот такая еще находка была найдена. Вот такой какой-то Орел, не Орел. Не пойму, чей это, но вот такой на цепи. В общем, вот так. И, значит, сейчас я здесь немножко порядочек наведу, мы продолжим. Следующую находочку с руки снимаю. Короче, смотрите, у нас вот такой Sharp Nighting Sharp Automatic Steering Tour Table RP11. Вот, в принципе, крышечка у нас нормальная. Единственное, что здесь придется ее очищать от скотча, который к нему приклеивали. Вот такой вот. А он там, знаете, как бы сохнет. И потом остается после него клей. Но это, короче, уже дело техники. Вот так это выглядит здесь. Вот. В принципе, да, все хорошо. Все выглядит супер. Так, давайте посмотрим, что за пластинки тут у нас. Шац. Кистлен. Берюмер. Мелодия. Телефонкин. Довольно-таки давнишние пластинки. Какой год, не вижу. Вот. Ну, довольно-таки давние. Вот. Но, тем не менее, нам будет интереснее еще. Вот. Что у нас здесь? Здесь у нас две коробочки были найдены. В одной из них здесь написано Dual Hi-Fi Stereo Abstandnadel. Ну, не знаю, что за обштант надо, но здесь у нас вот такие вот вещи лежат. Вот, видите, вот такое. Вот. Ладно, оставляем. Я думаю, что это не то, что здесь было. Вот. А здесь у нас лежит Polytest Diamant от фирмы Onkyo, Fuji Onkyo. И тут у нас вот такая вот головка. Головка. Ну, мне кажется, что она совершенно новая. Смотрите, как она выглядит. Она вот в отдельном боксике, вот в таком. С увеличительным стеклом. А, ну, кстати, совершенно новая, может быть, и нет. Но вот тут видно, что ее открывали. Но выглядит очень красиво. Вот так вот. То есть там иголка, конкретная иголка для проигрывателя. Но я вижу, что она прям, ну, очень хорошо, классно. Вот такая вот у нас еще вещь найдена здесь. Все это мы, конечно же, вот так вот аккуратненько положим. Вот, сама крышка ее, да, тоже можно отреставрировать. Ну, то есть отполировать там, вот этот клей отсюда убрать, все. И вот такой Sharp проигрыватель мы можем, скажем так, иметь. И, кстати, оригинальная к нему иголка тоже стоит. Вот такая вот у нас еще одна такая находка.